эконом, то есть делаете больше напряг. Голова там уже. Женька, покажи свой меч и щит. Сейчас. Ну, времени нет. Сейчас. Давай, подожди. Сейчас доделаем. Делаем, мы работаем. Видишь, вот мы сейчас щит свой делаем. А это мускулатура. Это закон подлости называется. А нет. Везло. Это мы, кстати, на меня. Первый же замочил, второй он уже забил. Так. Давай, значит, пять ударов прошло. Где мы? Вот здесь, да? Он стоит. Остановился. Вы старая кольцо. Да. Он на меня набегает, резко набегает. И пытается ударить щитом. Наоборот, я бью сначала ногой. Раз, вот. Два, три. Отскочили. Отскочили. И крутись. Пошел вертеться. Да. Плавненько, Женя. Медленно, ногой. Раз, блок. Мечом, два блок. Медленно мечом махать, блядь, ты машешь очень быстро. Три. Отскочили. Я пошел, крутись. Пошел разворот. Крутись. Медленно. Раз. Крутись. Два, по животу. И по животу. И согнулся. Бух. Да. Ты вот у тебя одна нога была здесь, вторая нога была здесь. Да, да. Я буду. Хорошо. Так, начали с подъема, да, Игорь? Так, внимание, мотор. Я все медленно делаю. И медленно поднялся. Отскочи, Женька. Отскочи. Так, снова нападай на него. Так, получай. И все время старайся тоже что-нибудь сделать. Далеко не убегай. Так. Так. Медленно пошел, нападай. Блок. Откатили. Так, медленно крутись. Раз удар. Давай. Два удара. Еще один удар. Несколько. Так. Так, и плавно наноси. Бах! Игорь, спрыгивай. Поднимайся. Зайчик. Зайчик, ищи. Зайчик, ищи.
Вот он где-то здесь, да, ищи середину. Вот он, вот он, да. И мячом, вот. и мячом вверх. Вот я играю в спальню, а Саня Глэсиус, а он и снимает. У него такие большие буфера, вы бы знали. Нет, я хочу, чтобы самое вот было вот хотя бы пару метров падения. Снимаешь? Это мой меч. А это мой щит. А меня Глэсиуса вы не увидите. А это мои бинты. Смотри, бинты. Это мои ноги. Стой, только приближение не надо делать. Ага. Готов спрыгнуть и сломать ногу? Череп отвалил. Исторический прыжок совершен. Он будет стоять уже, то есть мы... Вот. Значит, смотри, как он будет падать. Он сначала сложится, ударится об эту. Вот. Потом это самое. Ее нельзя в кадре, у меня ноги стоят. Нет, но это уже будет склейка, когда ты уже пойдешь складываться. То есть ты вот упал на ноги, потом сложился здесь. Вот сложись. Я подумал про это. Подготовка дыма к костру. Братья мои кости стали. Очень хрупкие. Скелеты, народ такой трепетный. Белая водолазка, белые носки, белые перчатки. Черные водолазка, черные носки, черные перчатки. Ну что, это тебе не дым, что ли? Дым собак. Дым. Ну. Нормально. Может быть. Снимай. Давай, делай движения всякие. Все, у него ничего не получилось, взял облом. Все, давай. Саня, иди. Hello. И руку, и голову. Давай сюда. Еще разочек. Игорь, подожди, Игорь ищет. Ты снимаешь, что ли? Да. Сделай пазу. Да, у Игоря ничего не получается. Еще раз, Чего ты, как ты по крыше снимаешь? Ну, как ты? Туда справил? Да. Давай. Игорь, скажи кинокамеру, все кончено. Появление. Давай. Потом я просто сама...
Говори! Говорю. Сейчас будет огонь зажигать. Они там рыбы. Сейчас такой поезд. Тихо, 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 Вов, быстрее! Присядь. Вот так вот. Нет, еще ниже присядь и встань медленно. Вот так он. Вот так, стоп. Вот так он и был. Так. Я сейчас не снимаю сейчас. Ну а что ж ты не снимаешь? Ты делаешь остановился, только что остановился. Притянулся. Ну и газ пойдет. Да, да, да. Стоп. Слева вот это. Так, это Игорь у нас, ну, окончил бинты сматывать, короче. Игорь, скажи пару слов. Комик. Сейчас я прям в твое лицо возьму. Пикником. Игорь, приближение, я его буду через минут 3 площадь дать. О. Сколько время? Без 5:12. А, может. Игорь, лужу видно? Да. Сейчас ее не должно быть. Они берутся, потом она останавливается, она появляется. Так ведь? Нет, сейчас мы снимем эти перемещения, а потом... Стоп. Главненько приседай. Я? Приседай. Саша в кадре. Так, встань, приседай. Встань. Приседай. Идет мотор. Идет. Приседай. Саша, поднимайся, сразу принимай стойку боевую. Нет, нет, нет. Сейчас ушел из кадра. Есть? Есть, да. Все. Теперь это самое. Лужа возле него. Идет. Вставай, наноси удар. Откачи. Дальше не уходи. Вышли из кадра, вышли уже, да, из, вышли из кадра, ребята. Мотор идет. Есть? Да. Получается секунд по 10. Ну там резанем потом. Присел, появился. Есть мотор. Присядь обратно. Так. Теперь Женька, стой. Выходи из кадра. Справа. Что дальше из кадра? Все. Все из кадра. Саша, будет. Еще уйди. Есть. Давай. Давай. Бах, падай. В воду. Хорошо. Так, хорошо. Есть это, Игорь, да? Да. Так, теперь покажи, где центр. Центр, да.
Нет, чуть-чуть влево от меня. Влево, влево. Еще нет. Влево, 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 влево. Вот, да. Да. Есть мотор, Саша. Первая будет скиллер инстинкт. Ох, хорошо, и скиллер инстинкт. Вот, начали биться. Бейте. Медленнее, медленнее все. Медленно. Хорошо. Бей, стреляй, снимай, снимай, снимай. Мочи его. Мочи, мочи. Внимание, граница кадра. Дальше не уходи, дальше не уходи. Нападай, водяной, водяной нападай, нападай, дави его. Так, медленнее, нет, отступи, медленнее отступи, все. Отступи, отступи. Медленнее отступи, все. Присядь, бей его. На меня не смотри никогда. Так. Бей мечом, размахивай. Главненько. Главненько. Размахивай. По ногам его. Так, отскочи, скелет, отскочи. Так, щитом его с разбега. Бах! Упал. Так, вставай. Нападай на него. Скелет сейчас упадет. Где его? Ага, вставай, Женька. Мечом. Давай, и маши мечом над головой. Крути над головой. Так, стойку, 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 стойку. Бей его ногой, Женька. Два раза. Раз. Еще. Два. И отступи назад. Еще. Один отступает, Женька отступает. Отступай, 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 отступай. Женька, бей его три раза мечом. Раз, два, три. Ногой бей, падай. Так, ну теперь махай здесь просто так. Только не торопясь, пацаны. Удары должны наноситься. Ударов нет. Все по воздуху. Так, подожди, пока мы тебя не разрушили. Игорь. Да местами. Так. Так. Поменяйтесь. Медленно, местами, Саша, местами медленно. Поменяйтесь, местами поменяйтесь. Так. Давай, нападай. Игорь, правее надо, да? Правее надо? Нет, нормально. Пацаны, медленно, медленно работаем. Уходите немножко, да, правее сейчас. Лужу погнали. Женька, наступай. Отступай! Отступай, лужа! Отступай! Отступай еще! Женька, бей, бей! Ногами! Стоп, граница кадра! Я тебя не вижу! Ну что, хватит этого, Саша? Хватит! Так, иди сюда! Покажись! Давай, просто что-то попал туда, да? Ты думаешь, это я? Это Глэсию! Женька, ты что делаешь? Вот это, да-да-да. Да какая-то фигня попала в ногу, я проколол себе ногу. Вон, кровь. Что? Обошлось. Придется прийти. Обошлось. 10 секунд снято. Придется спит. Иди сюда. Прямо на это место пускай. Болит, конечно, болит. Но я ж мужик, терпеть должен. Так влево надо. Так, скотч быстрее. Скотч, между шпалами. Между шпалами. Илья, куда пошел? Между той шпалой. Скотч вот так, у меня. Еще. Скотч да, вот так, не у меня. Ну-ка, найди мне его. Внимание. Он вот. Идет мотор. Скотч можно? У меня время будет опять скотч. Есть? Да. Слышь, ножницы? Это гласить, если кто не понял. Фу. Я опять делаю. Беременный я стал, что ж делать? Скорчи розы, Женька. Сегодня попадешь в программу Мир Дэнди. У кого мощнее, у тебя или у меня? Не знаю. Вот там вот, смотри, самая. Вот две стопы. Игорь, мы реверки снизили.
Очень эротичное зрелище. В поисках могилы для спального. А там все видео нету. Раздевают. Игорь, а? 16-го запись. Да. День выборов опять. У нас в прошлый раз то Пасха попалась, в этот раз выборы. Так. Меч не бери пока. Так, хорошо, сюда. А это же могилы газеты не видно? Нет. Все, я готов. Все, ложись, да. Как раз, Саш, черноту вырежем и нормально будет. Так, Лёх. Пошли. Давай. Ладненько, бери щит. Смесь, Паша. Смесь бери. Пока дым идет. Идет мотор. Так, давай плавненько. Щит. Меч. Плавно поднимайся. Меч покажи, что это меч. Разверни на меня его. Да, вот так. Да. Все, кранты. Еще разок. Дубль третий. Игорь, бери меня с огня быстрее. Ты где? Вот. А, понятно, вали. Иди. Когда вот он тебе скажет мотор, тогда еще раз нажмешь пресет. Так, в кадре и он, и телевизор, да? Да, и он, и телевизор, еще я. Я сейчас нажать еще речь, да? А ты там что делаешь? Я сейчас уйду. Я нажму клавишу и выше. Станется одна камера. Я готов? Да. В кадре должен быть телевизор вот так вот. И он должен быть. Есть. Давайте посмотрим. По фуксу. Так, это самое. И теперь сними с Женькой. Значит, телевизор есть.